she said, yeah, 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 yeah. She said, yeah, 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 yeah. У вас в Москве первый раз, но тем не менее ни минуты смущения, потому что я уверена, что вам наш фестиваль понравится. Фестиваль родился 2 года назад в городе Санкт-Петербурге по нескольким причинам. Одна из основных причин — это была осенняя хандра нашего арт-директора, который стоит рядом со мной. И он придумал небольшую еще программу подборки мюзик-видео, которую мы показали, и поняли, что это тот формат, которого мы давно искали и давно ждали, так как на нашем домашнем ТВ, в общем, ничего приличного мы практически не видим. А название «Мюсик» мы соединили 2 слова «мюзик» и глагол «сик». И, в общем-то, уже в течение 2 лет мы занимаемся тем, что по всему миру мы ищем музыку. Мюсик, он и представляет вот эту вот неизвестную широкой публике, но очень интересную для специалистов, интересную и для киноманов, и для меломанов, некоммерческую экспериментальную ветвь музыкального видео. Этих видео довольно много. Они делаются в самых разных странах, самыми разными способами. Это там, и компьютерная графика, и документалистика, и анимация, все что угодно, и какие-то кинопостановочные клипы. Больших студий, как, скажем, у Шерега Андреса студии «Партизан», присылает каждый год 20-30 работ, с которых мы что-то выбираем. Поэтому здесь критерий только в том, чтобы музыка и видео жили вместе хорошо, и результат, конечно, был интересен. Это не лишний повод самовыразиться для каждого из нас, потому что очень приятно иногда видишь на свою музыку какое-то видеоизображение. Вот, и очень приятно, когда видишь на свое изображение музыку. Музыка, наверное, нуждается в визуализации. Да. Визуализация нуждается в музыке.